Йоу, здарова всем мои нигеры. В данном видео я покажу вам, как продавать свое творчество, а именно биты и рэп. Делать я это буду на примере уже всем известного сайта Money Beats. Ну и небольшого проектика, так чисто налобал за минут 10-15. Давайте послушаем. На продажу эту сучку. Переходим на сайт moneybeats.ru. Они проводят стабильные выплаты на карты Сбербанк, WebMoney и многое другое. Далее мы ищем секцию, как продать свой бит. Сюда переносим ваш бит в формате WAV или MP3. Здесь вводим название нашего бита, устанавливаем желаемую цену и метод вывода денег, а после жмем опубликовать. С рэпом еще проще. Money Beats использует передовые технологии NFT искусственного интеллекта для сведения и обработки ваших композиций. Тем самым нам остается только закинуть исходники на сайт. Сейчас покажу на примере музыки про Доту. Раз, сука, мразь, извиняйте передо мной, блядь. Дай тебе хуй, ты так и что она слышала. Здесь мы выбираем жанр, в котором ИИ будет производить обработку. Особенности жанра. Уровень сложности микса. Название трека. Выбираем обложку и ждем результат. Послушаем, что получилось. Итак, я показал вам наиболее актуальный и простой способ заработка на своем творчестве. А пока, мне кажется, уже пришли деньги за эти бит и рэп.